Здорово, народ! В эфире Хьюстон, и, как и обещал в бета-взгляде на Insurgency Sandstorm, выкладываю запись одного из матчей в чистом виде, без монтажа, чтобы вы могли посмотреть, как выглядит геймплей и игра в целом на сегодняшний день. Режим скёмиш или же схватка, то есть захват точек плюс подрыв бензовоза. В принципе, все, что хотел сказать. Приятного просмотра! Ну чё, молодежь? Вы как хотите, а я к тайнику. Если добегу до него, конечно. Блин, а правильнее было бы по правому флангу пойти. Я пошел, блин, крюком таким здоровым. Ну ладно. Вариантов уже нет, придется пробиваться. Ух, музычка нагнетающая какая. То, что надо прям. Вот это капец. Вот это капец. Тут слева кто-то ходит. Это свои вообще? Спасибо, браток. Подстраховал как отец просто. Я еще думал, ты забежал туда, где ж ты есть? Готов. Ай-яй-яй! И вроде ж попадал в него, но фиг знает. Обидненько получилось, но ничего, хорошо повоевали. Пятерых я положил. Вроде наша команда немножко была вверх. Брала вверх, пока тайник не взорвали только что. Вот теперь... Теперь у нас проблемы. Серьезные проблемы причем. Даже с такими снайперами, которые стрелять не умеют. Снайпер занимается фотоохотой. Отлавливает просто талибов в свой объектив. Но никто при этом не страдает. Самый гуманный снайпер на свете. Ну чё, к тайничку туда. Снова. Попытка номер два. По возможности не буду вступать в бой вообще. Просто пробегаем. Кемперы, пехота, все это не наша забота. Надо сжечь тайник, точнее бензовоз. Дабы уравновесить команды. Okay,
карта здоровая, всего лишь 32 человека. Фланги всегда пустые. Отлично. Хотите верьте, хотите нет, во всем виновата сенсуха мышки. Точнее, сенсуха в этой игре конкретно. А вообще я стреляю как бог. Но это не точно. Так, сейчас после возрождения надо пойти на Д. Дэшку зачищать. Боже, что у вас там так много? Там один противник. Ну чё, на Д. На Д. Вертушка, вертушка, наши. Ну ладно. Не-не, дружище, ох! Может взять что-то поинтереснее себе в набор пока что. Гэшку попробую. Голограф. Красная точка, да. Так, нужно зажигалку заменить на осколочную уже. Я уже засыпать начал, ребята. Текс. Поглядим, чё как. Я еще раз попробую на дэшку пробиться. Браво берут. Ну, заодно на Браво по пути зайдем. В какой комнате противник? Ой, эти фрезы. Блин, я опоздал. Friendly. Я походу своего убил. Стреляю в противника. It's clear. I'm up. Go!
Sorry for the team kill, mate. Enemy was on your on my fire line. Я не уверен, конечно, что я своего убил. По-моему, я. Опрокинулся, родной. Сиди дома, не гуляй. Окей, I'm on Delta. Бля, я только что видел какое-то тело там. Six psycho pigeon. Блять, дольше думай, родной, в следующий раз. Alrighty then. We got Delta. До свидания. Текс. Куда ближе? Чарли, браво, браво. Там есть люди, там нет никого. Чарли отобьют, еще есть шанс. Ага. Это свои, все хорошо. Отличная работа, господа. Отличнейшая работа. Ну, конечно же. Кто еще это мог быть?